Здорово, ребята, снова на тихой охоте. Вот после очередных двух дней дождей хоть начали пробиваться, блин, лисички. Вообще, а то ж вообще не было. И они, главное, под этим мхом растут. И здесь буквально два дня. Гляньте, стоит. Их не было. Он, походу, еще что-то. Но мы вот этот берем. Красавчик. Ух ты, и здесь два. Нифига себе. Это просто. А вон он еще один стоит. Гляньте, прячется. Надо туда будет пролезть сейчас. Это просто сказка. Это сказка. Так, все-таки я добрался до него. Вот он, блин, палец порезал. Вот он, красавчик. Ну, как говорится, без жертв не обходится. Буду сейчас смотреть дальше. Только зашел, блин. Ну, сразу такие три красавца вообще. Так, идем дальше. Так, а вот это звериные тропинки. Вот хожу по их тропинкам. Сейчас такие маленькие проходики. И вот, пожалуйста, гляньте. Красавчики какие стоят. Вот раз, а вот два. Как раз на тропинке уже кто-то откусывал. Раз, а вот еще третий. Белячок, гляньте, какой. На мариновочку вообще будет бомба. Вот так вот раз. Вон у них остаются. Их корни где? Сама грибница. Так что вот так вот. Я эти забираю, конечно. Ой. Смотрите, какая красота. Подубничек. Прям из этого, из корня растет дерево, прикиньте. Там земля видна между корнями. Зашел чисто одни ели. И вот в ельнике вот такие вот грибочки, маховики растут. Вот они, гляньте, сколько их. Много. Очень много. Вон еще там. Сейчас посмотрим. Угу. Чистенькие. Я их на сушку беру, так как у меня уже есть часть. Вот, вот так. Ножка чистая, пойдет. Ладно, здесь не буду задерживаться, потому что здесь дофига. Пусть животным, короче, остается. Я за белым иду. Остановился, чтобы камеру включить. Только из-за дерева заглядываю, смотрю, вдалеке беляк стоит. А вот еще один. Вот этот я не видел. Он уже поедены. Здесь питаются звери тоже. Вот он. Вот он. Вот такой вот. Красавчик. Засыпаем. Все, идем дальше. Вон там, видите. Гриб. Стоит. Тоже ни с чем не спутаешь. Белое, что ни на есть. Уже его кушали. О, там еще рядом один по соседству. Ой, блин, пока проберешься. Вот он раз.
А вон там два. Нужно будет внимательно оглядеться, может еще есть. Ага. Вон там еще один стоит. За веточкой. О. Идеально. Вот этот мы попробуем на размножение пустить. Идем дальше. Вот этого красавца я явно пропустил. Три дня назад. Знаете, как он вымахал. Иди сюда. У него пряник. Гляньте какой. Целая рука, блин. Хороший гриб. Вообще красотень. Забираем. Ну гляньте какой чистенький вообще. Да здесь, блин, вес под полкилограмма. Наверное, так и есть. Капец. А бывают особи и более попадаются. Так что заготавливаем на зиму, маринуем, сушим. Жульены, супы делаем, жарим. Идем дальше. Я вчера только вот здесь, блин, вокруг лазил все. Я не пойму, почему я не заметил вот эти грибы. Гляньте, раз. Два. Вот маленький растет. А вон он еще. Три, четыре. А этот уже поели. А вот теперь я вам показываю, кто вот так вот, гляньте. Спят, обожрались и спят, гляньте. Один в шляпе, другой здесь. Кто белые грибы вот так вот потрошит. Живые, живые. Спят. Так что вот они, эти диверсанты, кто уничтожает белые грибы. Короче, подозреваю, они, блин, до самой зимы здесь будут расти. Рядом еще, смотрите, поддубничек, сыроежки. Ну-ка, это что это у нас? Это я не знаю. Вот еще такой поддубничек. Вон он, поддубничек. Пусть растут. Да тут там сыроежка вообще огромная. Какая еще белая. Вот попадаются, смотрите. Вот такие вот дубовички. Идем за белым. Сыроежки дофига. Он даже на пеньке, блин, растет. Видно, там земля, мох. Так, вот он, красавчик. Еще попался. Один остановился просто, вот, блин, посмотрел вниз, смотрю, стоит. А на первый взгляд даже, ну, его незаметно получается. Надо внимательнее быть. Я думаю, они здесь много белого, споры пораскидывали. Поэтому это место будет злаченным на долгие года. Так, сегодня же по приходу замариную. Ну блин, гляньте, ну как вот не мариновать? Вот как, обязательно надо замариновать. Так, мухоморчики, блин. О, нифига, нифига. Вот он. Еще хорошо. А ну-ка еще. Прям на ровном месте, блин. За малым чуть не наступил.
Вот они стоят. Два брата-акробата. Чуть не наступил. Как раз, блин. Размеры для мариновки. А, здесь еще третий. Вот еще третий, гляньте. Но он уже сам по себе отпал. Так, отлично. Идем дальше. Поворачиваюсь, смотрю. Вот такой белый маленький грибок. Держится уже, блин, там на одном корешочке, блин. Вон. Вообще уже почти его поели. Ну, еще неплохой. На мариновку пойдет. Да, ну квадрат где-то метров 50 в одну сторону и 100 метров в другую. Вот на этом квадрате, в общем, все грибы белые и понаходил. Вот уже 3 дня хожу и собираю здесь. Результат, ну, налицо. Сейчас еще, получается, в другие места потом поеду. Не сегодня, уже завтра малых возьму. И с ними проеду, пусть удовольствие тоже получат. Вот такой вот грибочек красивый. На выходе как раз. Все, забираю. Блин, я уже замахался. Только в карман положишь телефон, все, начинается. Вот тебе еще рядом один. Вот такой вот находится грибок. А ну-ка, сейчас пройдем, глянем. Белый это или какой? Ага. Сейчас посмотрим. Ага, ну вот этот, конечно, поновее. А этот... попрет, забираю. Такой, думаю, дай-ка, блин, повыше поднимусь. Сюда я еще не заходил. А здесь вот, пожалуйста. Я сперва покажу, какой был. Гляньте, беляк. Смотрите, вот. Жучье, вот кто жрет. Беляки. А так, пожалуйста, вот хороший стоит рядышком. Тоже такая ножка толстенная, гляньте. Вообще красавчик. Сейчас еще здесь похожу немножко. Так что, народ, вот такой вот результат. На мариновочку собрал. Потом я его посушу еще, но больше как бы буду мариновать. Это уже 3-й день на одном и том же месте. Вроде 1-й день хорошо облазил, 2-й хорошо облазил. Сегодня пошел. И, блин, все равно. Но они есть. В общем, как говорится, слава богу, лес стал щедрее. Так что всем успешной тихой охоты. И, как всегда, народ, смотри следующее видео и подписывайся на канал.